Sırbomuzdan ne iş kılarsın? Apitsan. Ha? Plov değil mi? Sizi bir plov. Sizi... İyi, bana tanış mı? Kadın mı? Yola. А дочка... Я вам сейчас на продукты дам денег. Вы только будете продукты будете купить или либо будете водку купить? Зачем? Видите, это вам? Вы. Купите продукты только. Ассаламу алейкум, қадірлі юртдоштар. Сіздермен Ойбек Райымбетов сізден яңғы видеороликімді көріп тұрғанымнан бағайты құрсамман. Сіздерді Санкт-Петербург шахрының центрді көріп тұрғанымнан бағайты құрсамман. Каналымға яңғы бірінші болғанлар обязательно оны болып көшілен сұраймын. Албатта, достар, бұл видеороликіміз құда қаласы әжойіп шығады, чүнкі біз Өзбекистан хақыда сұраймыз. Өзбекистан хақыда білшеді ме? Ең, оны сұраймыз, көресілі. Әгер де бұрын кем мәне ярдам керек болып қосын, оңге әмі ярдам береміз. Құлас қызық видеороликлер болады, каналға обыны болын, инстаграмға өтіп қойылы. Албатта, лайк осы ішелерден шығармайды. Сіздерден Ойбек Райымбердиев болды. Біз Санкт-Петербург шахрында көрісе дауам етеміз. Ночь болып кетеді, вообще зор бомба. Кеттік, көрісімізше. Кеттік. Пару вопросов. Что вы знаете о Узбекистане и хотели бы поехать в Узбекистан? Вот обычный вопрос. Плов приготовлю. И вас приглашу. А почему здесь Узбекистан? Я говорю... Что я ради плова готова приехать в Узбекистан. Ну это правда, на самом деле. А, приехать в Узбекистан. Да. Ради плова. Ради плова вы готовы? Я люблю поездить, да. А вы были в Узбекистане? Нет? Нет? Хотели бы поехать? Ну, не одна. Ну, понятно, что не одна. А вы хотели поехать? Ну, смотря с какими целями. Цены именно... Цели. А, цели? Смотря с какими целями. Можно прогулять. Там у нас очень много исторических городов, если вы в курсе. Нравится у вас посуда, она красивая. Посуда? Ну, как раз таки, да. Ну, я думаю, что она не везде такая, как раз, как сказать, сервис, еще что-то. Тарелки как раз для плова очень красивые. Да. Я вам подарю, если... А? Плов, понимаете, все любят плов. Ну, конечно, все любят. Они вот... большие такие, очень красивые. Много плов. Ну я просто за искусство. Да. Моя за еду. Мы сошлись. Если что, приезжайте. Спасибо. Без проблем, да. Мы гостеприимный народ. Спасибо. Да, и приезжайте, угостим перемом. Всего доброго вам. До свидания. Ребят, можно на минуту? Пару вопросов у меня. Можно? Что вы знаете о Узбекистане? Второй вопрос. Приехали бы в Узбекистан? Ну, поехали бы. Но я ничего такого не знаю. Вот. Про Узбекистан не знаете? Да. Исторические города, Самарканд, Бухара, Хива. Не знаете? Нет, слышал. Да. Слышали? Название. А не смотрели даже фотки, мотки, там видео есть в YouTube, либо в интернете. Хотели бы поехать туда и погулять, либо... Ну, не знаю. Но у нас там есть знакомые оттуда. Но говорит, что там очень тепло. Ну, у нас очень тепло, да. Сейчас 60 градусов, сейчас тепло. Ну, надо как бы, вот лично я не могу ответить точно, потому что надо изучить все достопримечательности и так далее, вот. Ничего не знаю, но вот если друг, допустим, вот, это у нас общий друг, вот, вот если он позовет, то в принципе можно. Ну да, так сказать. Ну я сам бы пригласил, без проблем. Приезжайте, что угощу. У нас нет такого, мы гостеприимный народ. Приезжайте. Всего доброго, спасибо за то, что вы остановились. Да, всего доброго. Шелковый путь проходил. Конечно, да. В советский период это было плохо. Ну, еще, наверное, куча вещей. У вас там есть Диснейленд, я знаю, в Ташкенте. Да? А вы были в Узбекистане? Нет, не был. А вы? Да. А хотите приехать, погулять, смотреть Самарканд, Бухару, Хорезм, Хива, там исторические города у нас много. Ну, это, конечно, наверное, было бы. Я с удовольствием приехал. Вот Санкт-Петербург интеллигентный, воспитанный и чистый город. И добрый, все знают. А вы отсюда, Санкт-Петербург, местный? Я здесь живу, я здесь помню. А, хорошо. По шахрина Узбекистан, Фаргана, блядь. Кокон, Тулян, с Узбеки шляйся, могу идти? Шляйся. Шляйся. Сырбом, сан, меш, шляйся? Официант. Ханчи был Узбекистан, бормеганизм? Икил, блядь. Икил, блядь. Хочу, не кит, мог, сафа. А вот это план дает. Узбек блогер, не курас? Да, курама. Чем вы курас? Мролем, сз... И, мэна, танис, мэ? Подумал. Да, и Мансур, еще, там еще смотрю, но не могу сказать. Ага. И сиз гаумат, рахмат тухтат. Рахмат. Да. Саламат болилев, кузлей гаумат. Саламат болилев, хо, хо, хо. Пикистан, я не знаю. Здрасте, можно? На минуту. Я хотел вопрос задавать. Я из Узбекистана, видеоблогер. А что вы знаете о Узбекистане? Вот такой обычный вопрос. Так, что это очень красивая страна. Моя подруга недавно ездила в тур.
И это была экспедиция, она показывала фотки, я обалдела, насколько она еще современная. Да? А вы не были, да? Ну, я сама не была, но я бы, кстати, тоже хотела. Мы вас приглашаем. Приезжайте, посмотрите. У нас много красивых и исторических городов, очень много у нас. Можете погулять. Один из плюсов, да, очень, очень дешевые вещи. Приезжайте. Что вы знаете о Узбекистане? Правда, вообще ничего. Серьезно? Вообще ничего. Я с Украины. А вы знаете? А у меня друзья есть с Украины. Может быть, ребята, в этом спроси, может. А вы здесь гости? Мы гости. Я здесь учусь и живу, но я сам тоже из Украины, из Харькова. Да? Не знаете Узбекистан? Ну, смотря что. Ну, исторические все, что города есть, талисманы. Есть исторические люди, которые, да, воевали, да. А вы не знаете? Нет, мне интересно. А вам интересно? Интересно. Не знаете, Сахали вот такой город, Самарканд, Бухара, либо вот Хива? Сахали знаю только. Ну, слышал, я имею в виду слышал, не то, что знаю, слышал. Давайте я вас сфоткаю. Спасибо большое. Да, пожалуйста. Здрасте, дед. Как ваше здоровье, как дела? Нормально. Работаете или как? Можно присесть? Да. Какой работе? Я на пенсии. На пенсии? У вас есть квартира, нет? Да. Где? На метро Чернышевская. Метро Чернышевская? А в семье у вас сын, либо... Сын у меня умер. Да? Сын умер. Угу. А дочка уже вышла второй раз замуж за миллионера, жила в Америке, в Атланте. Шестой или седьмой год пошел, ничего, да. Ни звука. Ни звука ничего нету? Нет. А вы как, вот, например, продукты купить, как вы зарабатываете, либо откуда у вас деньги, пенсию получаете? Ну, у меня пенсия. Сколько пенсия? У меня пенсия 5445. 5445. Ну, это в месяц, да? Да. А у вас коммуналка есть, еще, да. Вот, еще и разные... Сейчас пенсию прибавить. Сколько? Ну, вот будет сколько? Вы пьете, да? Пью. Как вас зовут? Вадим. Очень приятно с вами познакомиться. Я вам сейчас на продукты дам денег. Вы только будете продукты будете купить или либо будете водку купить? Зачем? Водку будете купить? Нет, я буду продукты купить сейчас. Куплю. У вас в квартире, ну, дома что есть, что нету? Что вам нужно особо? Что вы хотите? Молоко, либо что? Нет, я сейчас это самое куплю сейчас что-нибудь поесть. Да, и кофе. У вас вы голодный, да, сейчас? Да. И кофе. Кофе, да? Ну все, и кофе. Кофе и. И поесть что-нибудь вон в магазине пойду. Купите шаверму вот. А вот, точно. Да, купите шаверму и этот. Молоко купите. И... Мне молоко нельзя. А почему? У меня нулевая кислотность, объясняйте. Угу. Только кофе можно. Хорошо, я вам сейчас дам денег. Ага. Вы только обещайте мне, что вы будете купить только продукты, а не водку. Зачем мне водку? Вы будете купить продукты, да? Я вам сейчас денег. Да. Хорошо, договорились. Да как же? Я куплю еду. Еду купите, да? Еду и кофе там, а лучше знаете, что это самое? Сок. Кофе знаете, что делать? Возьмите, это вам? Вы. Купите продукты только. Не купите водку, 500 рублей, это настоящий. Да, спасибо. Всего доброго. Спасибо. Do'stlar, mana videorolikimizni ko'rgan bo'lsanglar, qisqacha bo'ldi. Tog'aga ham yordam berdik va O'zbekiston haqida ham bilganlarni bildi, bilmaganlardan mana so'rab oldik. Rossiyaliklarni fikrini bildik, bir xil O'zbekiston haqida biladi, bir xil bilmaydi, Samarqand, Buxoro haqida biladi. Ko'pincha inson qulof haqida bildi. Videorolikimiz ozgina qisqacha bo'ldi, chunki kech bo'lib qoldi, do'stlar. Sizlar bilan O'zbek Rayberdik bo'ldik. Kelgusi video blogda ko'rishguncha har savol bo'lsa, gaplashamiz.